крупный план. Добрый день. У микрофона Ольга Болезина. И у нас сегодня в гостях генеральный директор компании «Железно» Юрий Захаров. Добрый день. Компании «Железно» в этом году исполняется 10 лет. И того, о чем мы можем говорить сегодня, очень много уже накопилось на это время. О чем успеем, о том успеем. Хочется и о компании, и о будущем, и о прошлом, и о вас лично. А начать хочется с райского дерева. Один из самых свежих поводов поговорить о компании «Железно». Прославилась не разными ассоциациями, но прославилась. Расскажите, что это за объект, который некоторые кировчане негативно мыслящие назвали там деревом сатаны, который появился на углу Свободы и Володарского в Кирове. Что это на самом деле? Ну, на самом деле это один из множества арт-объектов, которые компания «Железно» ставит в собственных проектах. В данной истории родилась идея сделать арт-объект, который будет напоминать об Эдемском саде, райском саде. Вот, и мы знаем, что это библейский сюжет, который ассоциируется у нас с этим деревом познания добра и зла, Адамом и Евой. То есть это вот библейская притча, в общем-то. И мастер художественной ковки сделал нам эскиз и, в общем-то, реализовал его. Мы его поставили. Полгода на это арт-объект никто не обращал внимания. Ну и надо было, видимо, какой-то инфоповод интересный придумать, и высосали из пальца какую-то историю про сатану и прочие вещи. То есть запустили. Ну и в нашей стране, к сожалению, негативные коннотации новости распространяются очень быстро. Ну и понеслось по всем информагентствам, что в Кирове установили какой-то памятник. Бесплатный пиар. Наверное, да. На всю страну. Другое дело, что, конечно, хотелось бы, чтобы замечали более полезные для горожан и для развития города какие-то моменты. И, конечно, журналистика, наверное, в моем представлении, качественная журналистика все-таки занимается развитием общества, а не запугиванием или придумыванием каких-то негативных ассоциаций в тех вещах, в которых их найти сложно даже. Вот первая ассоциация с древом познания — это многие знания рождают многие печали. На самом деле вы, наверное, что-то другое хотели сказать, разрабатывая этот объект. Но еще раз говорю, у каждой такой арт-истории есть свой автор-художник. Вот художник увидел райский сад именно вот с этим запретным плодом, со змеем-искусителем. Все это красиво исполнил в художественной ковке. Ничуть этот памятник, не знаю, ни у кого не ассоциировался досели, да, с какими-то негативными ассоциациями. Действительно, библейская история в каком-то смысле, в другом смысле это просто арт-объект. Вот, опять же, каждый видит то, что хочет увидеть. Да, мы знаем хороший анекдот про спор пчел и мух, да, где пчелки доказывают, что весь мир — это цветущая поляна и нектар, а мухи видят совершенно другое. Так вот, тут вопрос, кто что видит. Мы видим за 10 лет существования компании «Железно» большой какой-то позитивный опыт, хотя застройщиков часто общество любит какими-то там монстрами считать, особенно крупных, с вырубкой парков, еще с какими-то вот этими вещами. За компанией «Железно» такого вот шлейфа не идет. Это вы целенаправленно с этим работаете. Как удается в этой отрасли быть компанией иной? Ну, спасибо за оценку, во-первых, в вопросе прозвучавшую. Мы действительно стараемся быть другими и поддерживаем это не на уровне имиджа. Это является, по сути, стратегией компании. То есть мы создаем комфортную городскую среду. И создавать ее можно только действуя, исходя из интересов потребителя. Поэтому в наших проектах парки появляются. Мы сделали, благоустроили дендропарк, сделали там нормальные пешеходные маршруты, сделали мостики, то, чтобы люди не перепрыгивали через овраги, сделали освещение этой трассы, сделали набережную в проекте «Елки-парк». В проекте «Метроград» мы сделали
большой парк развлекательный, где можно и взрослым, и детям замечательно провести время. И сейчас он действительно стал центром притяжения для большинства жителей там, Юго-Запада, особенно те, кто хочет найти себе время для досуга с детьми. Вот то же самое будем продолжать делать. В общем-то, наверное, поэтому мы выглядим по-другому. Наверное, поэтому. Потому что, когда мы реализуем наши проекты и рассматриваем концепцию, мы все-таки пляшем не от задачи большинства наших коллег, как выжить с этой территории максимальное количество квадратных метров. Мы задаем просто другой вопрос, как создать в этом проекте комфортную среду для жизни. И мы считаем, что, наверное, да, в краткосрочном периоде эта стратегия менее выигрышная, то есть мы зарабатываем, наверное, меньше, чем другие, но в долгосрочной перспективе мы видим, что она начала приносить плоды. То есть наши проекты более востребованы, наши проекты, реализованные в городе Кирове, помогают нам развивать эти же проекты в других городах. Например, в городе Ижевске мы даже название не меняли, то есть у нас проект «Знак» кировский плавно, концептуально перекочевал в Ижевск и заслужил там тоже признание среди потребителей. Тяжело ли было врываться или въезжать в этот рынок, да, 10 лет назад, где было устроено все иначе, где действительно выжимались деньги с каждого квадрата, и держаться в плане бизнеса тоже, и психологически, наверное? Ну, да, наверное, старт был достаточно тревожный для нас, но в силу нескольких причин. Первое, город Киров – это город с низкой маржинальностью, маржинальной оценкой на квадратный метр. И был, и сейчас им остается в сравнении с другими регионами, это первое. Почему было тревожно? Действительно, рынок в каком-то смысле был занят ключевыми большими застройщиками с хорошими ресурсами административными, финансовым. Вот. Что нам помогло здесь пробиться? Опять же, мы увидели вот те факторы, отсутствующие в продукте. Отсутствующую среду, отсутствующий дизайн, отсутствующую архитектуру где-то. Казалось, что это и устраивает, в принципе, потребителей на тот момент. В силу, опять же, в каком-то смысле для большинства клиентов и выбора-то нет. То есть как развивать в себе потребительскую культуру, культуру потребления данного продукта, так назовем его, да, то есть осмысление вообще его потребительских свойств, если сравнивать не с чем. И мы достаточно долго и сейчас продолжаем в каком-то смысле это делать. То есть мы даем клиенту чуть больше, чем он за это готов платить. Мы просто делаем много вещей, которые другие не делают. И мы даже не просим за это деньги. Но мы тем самым развиваем культуру потребления, потому что наш клиент, попробовав этот продукт, распространит эту информацию. И это в ближайшее время станет нормой. Как сейчас становится нормой дворы без машин, как становится нормой, что в подъезде должен быть какой-то дизайн, а не просто синяя краска, как становится нормой диспетчеризация, например, инженерных систем. Сейчас вот технология «умный дом» проникает во все объекты, мы уже 3 года создаем продукт с включенной системой «умный дом». Мало кто об этом знает, но наши клиенты об этом рассказывают, наверное, хотя бы своим друзьям, знакомым. И благодаря вот этим инновациям мы шаг за шагом отвоевали себе какое-то место под этим солнцем кировским. Вы, как руководитель бизнеса, что помните вот про те самые стартовые, не знаю, месяцы, годы? Было ли тяжело? Спали вы по ночам спокойно? Ну, было скорее интересно, было много энергии, сейчас остается на то, чтобы реализовать и творческий потенциал, и инженерный потенциал нашей компании максимально выгодным для клиента результате. И вот этот драйв, он, конечно, он не проходящий, он до сих пор драйвует нашу компанию на новые свершения, на новые регионы, новые проекты, новые инновации. Поэтому, да, местами спалось мало, но это все стоило того. Дом, в котором живете вы, руководитель компании «Железно», он какой? Он соответствует вот вашим каким-то представлениям о комфорте, о там, доме мечты, допустим? Да, я проживаю в проекте, который построила наша компания. Это вообще один из первых проектов. Мы еще тогда были мало кому известны. Проект назывался «Айленд». Это коттеджный поселок, в котором
всего 23 дома. Вот, он уже 8 лет назад был реализован системой «Умный дом». Там была реализована воздушная система отопления, американская такая, традиционная для Америки в основном система отопления, которая в нашей стране не популярна. И в целом, да, и до сих пор даже уже вот 8 лет прошло, он в целом составляет ну, такой пример качественного, собранного, комфортного жилья. Вот, безусловно, сейчас появляются новые технологии, и сейчас можно было сделать бы много больше. Но, в общем, кажется, что и сейчас фантастически так-то звучит на самом деле вот эта вот воздушная система отопления. Ну, вот она работает уже 8 лет в 23 домах, и клиенты получают максимум возможностей для, именно для комфортного микроклимата в этом помещении, потому что она не только дает отопление, она еще, например, дает увлажнение централизованное или централизованное кондиционирование, она чистит воздух внутри дома, то есть это такая мультисистемная установка, которая делает сразу несколько опций, внутри себя включает. Ну вот, в общем-то, такими решениями компания «Железно» и отличается от иных компаний, которые, в общем-то, в каком-то смысле повторяют самих себя много-много раз. То есть мы каждый раз пытаемся сделать что-то новое, найти еще какую-то идею, которую можно реализовать в наших проектах. Над какой идеей работаете сейчас, если не секрет? Абсолютно не секрет. Их много, но если говорить в целом, обобщать, то я верю в то, что в жилье скоро придет технология ну, умного дома. Она уже вошла, технология интернета вещей. То есть когда мы начнем управлять опциями внутри квартиры, внутри квартала с помощью мобильного приложения. У нас уже реализовано очень много, то есть у нас есть бесключевой доступ. У нас, во-первых, есть свое мобильное приложение «Мажордом», которое позволяет управлять разными устройствами внутри целого квартала и, соответственно, своей квартиры. Освещение у вас там, насколько я его знаю, можно, да, приключить любые опции, то есть освещение, управление отоплением, доступ к камерам видеонаблюдения, управление бесключевым доступом, оплата коммунальных платежей через это же мобильное приложение, общение с управляющей компанией, что очень важно. То есть клиенты... Барахолка, чаты. Нам руководитель Сбербанка рассказывал, да, что пользуется. Все что угодно, то есть все это мобильное приложение. По сути, вот «Мажордом» — это, как мы представили, это такой цифровой дворецкий, который позволяет клиенту чувствовать себя комфортно в этой среде, получать доступ к разным опциям, услугам внутри этого квартала, этого микрорайона. Вот, и облегчает ему жизнь, в общем-то, в целом. А интернет вещей — это вот что? Это чтобы у меня заводилась сама по себе кофеварка, когда я проснулась, хожу по дому, тапочки ищу, например, или что это? Ну да, чаще всего приводят именно этот пример почему-то про кофеварку, которая варит кофе к 8 утра, например, да, когда вы поднимаетесь. Ну, холодильник, который еще напомнит, что все кончилось. И холодильник, который скоро будет заказывать нам продукты посредством интернет-торговли. Много-много разных возможностей. Ну, например, я не знаю, система оценивает то, как организован быт вашей семьи, когда вы приходите, уходите, вначале какое-то там время, там неделю-две собирает информацию о вас, а в дальнейшем начинает помогать вам жить. То есть может выключать за вами свет, может включать вам отопление, когда вы приходите домой, а в другое время экономить на отопление, немножко его подкручивая. Регулировать освещенность в квартире до нужных там люменов, так, традиционных там средств измерения освещенности в квартире и так далее и тому подобное. То есть по большому счету в будущем, на мой взгляд, жилье станет с вами, условно говоря, общаться как некий такой ваш дворецкий, как мы его назвали, который будет решать все ваши вопросы. Если раньше это было позволено, условно говоря, там, дворянам-царям, да, то сейчас это входит в... попадает в возможности обычного домохозяйства жить с таким цифровым дворецким. А когда реально в Кирове вот такое вот у вас уже будет запустить и приобрести жилье? У нас уже это, я повторюсь, работает уже 3 года. Просто часть опций, о которых я рассказал, они уже включены, они уже в составе продукта работают. Другие, других дойдет время чуть позднее, когда эта технология появится. Тогда что-нибудь совсем новое, инновационное, с чем мы еще не сталкивались в Кирове, можете рассказать, вот что есть в разработке у «Железно»? Самая последняя разработка, которую мы сейчас затеяли, это Face ID, когда камера будет узнавать вас. Можно без ключей проходить. Да, можно без ключей, просто по вашему лицу вас будет опознавать, пропускать во все локации данного микрорайона, ну или квартала.
Мы надеемся, что там это будет уже сделано в течение следующего года. Вот, мы уже тестируем такую систему на наших стройплощадках. Наш рабочий персонал на одной из площадок проходит через систему Face ID. Мы имеем представление, кто где работает, сколько человек пришло, с той или иной компании даже. И какие есть, допустим, препятствия? Потому что вот у меня Face ID на телефоне, я никогда не могу расплатиться в маске. Мне приходится ее снимать. Ну, для целей распознавания, да, иногда приходится показать лицо, для этого оно и нужно. Убрать улыбку. Да нет, в общем-то, как бы система все точнее и точнее настраивается, и в ближайшее время, я думаю, что неважно, там, корчите вы гримасу или там улыбаетесь, система все равно определит, кто вы, и, то есть идентифицирует и сделает то, что должна сделать. Если еще говорить про будущее, каким вы видите будущее компании «Железно»? У вас уже есть там проекты в других регионах, вы расширять будете экспансию, преображать Киров дальше, глубже, сильнее, разрастаться, ну, да, у нас, в плане сотрудников. У нас да? Есть энергия, мотивация преображать среду вокруг себя. И для нас сейчас, ну, в каком-то смысле не так важно, где это будет происходить, то есть мы готовы брать проекты в любых интересных для нас локациях, и, конечно, очень хочется сделать какой-то интересный проект в Кирове тоже еще, потому что на сегодняшний момент наша компания здесь сжалась до монопроекта, то есть у нас остался один проект, знак в Урванцево, а все остальные проекты компания «Железно» закончит в течение этого месяца. И «Розулюкс»? «Розалюкс» еще не вышла, и мы на сегодняшний момент пока не приняли решение о ее старте. В силу разных причин. Наверное, эта передача не для того, чтобы об этих причинах рассказывать. А спросить хочется. Хорошо. А если говорить о людях, вот сколько сотрудников ваших приходило к нам, это всегда очень интересные, замотивированные вот, люди, приверженцы идей, которые компания «Железно» несет в себе, то есть это не просто какие-то исполнители. Где вы находите их? И каким видите будущее этих людей? Кто вам нужен? В 99% случаев мы находим их в городе Кирове. Мы берем людей, у которых есть искра в глазах, которые хотят себя реализовать в той или иной профессии, в там, задачах. Вот. И мы их в каком-то смысле учим. То есть учим работать в новых современных условиях, управлять своими процессами, задачами с помощью современных технологий. Для этих целей у нас есть собственный корпоративный учебный портал, который обучает удаленно всем профессиям, которые есть внутри нашей компании. Благодаря этому инструменту, в том числе, мы рискнули пойти в другие регионы, потому что процесс передачи знаний один из самых трудоемких и сложных процессов, которые надо было построить. Поэтому мы вначале создали учебный портал, тестировали там материалы учебные, создали некие стандарты внутри компании, и дальше уже просто собираем команды в других городах и учим их работать в соответствии с этими стандартами. При этом самый главный фактор, который мы пытаемся сохранить, это инициативность. Ну, у нас есть ценности, я их могу рассказать, да, если вам интересно. То есть у нас есть четыре ключевые ценности. То есть первое – это уважение и доверие. Вторая ценность – это лидерство. Третья ценность – честность. И четвертая ценность – это инновации. Так вот, мы подбираем людей, которые разделяют эти ценности для начала. То есть это, там, условно говоря, пропускной билет в нашу компанию. Если мы видим, что человек с этими ценностями не дружит, ну, разными способами понимаем, через интервью, через тесты, то мы такого человека в компанию не возьмем. А вот те, кто разделяет наши ценности и имеют активное желание развиваться внутри компании, для тех открыты шикарные возможности. У нас ребята, которые приходили мастерами сразу практически после там, университета там, строительного, они сейчас уже работают большими руководителями. Всего за 8 лет они сделали там, большой карьерный рост. И не просто в зарплате, а прежде всего в собственном образовании. Приходится ли вам работать уже с миллениалами? Принято считать, что это ребята, которым не очень интересно вообще, там, не знаю, работать, что называется, впахивать. Да? Их, возможно, не многих интересует карьерный рост, и они готовы работать, не напрягаясь, за небольшие деньги. Ну, вот это вот стереотипное мышление. Есть ли у вас такие, как вы их раскрываете?
Ну да, безусловно, у нас компания молодая, и молодежи очень много, и они уже соответствуют поколению миллениалов. Если там брать оценку, когда они должны были родиться, то это миллениалы уже, да. Да, это люди, которые, наверное, сложнее поднимаются там, да, назовем в бой, да, под разные лозунги, которыми раньше поднимали наше поколение, да, там надо, там, надо это сделать. То есть, и в благодарность медаль вполне да, всех удовлетворяла. Все да, наше поколение все были пионеры, понимали, что как можно просто от приказа и побежать. Вот сейчас другое поколение, они действительно не хотят работать из-под палки, так назовем, да, и палочной системы работы, и даже материальная мотивация грубая их не мотивирует. Их мотивирует все-таки идея, то есть им должно быть интересно. Ну вот я думаю, что нам то, что удалось сделать, это удалось сделать так, чтобы было интересно. Поэтому особых проблем по там, какой-то отдаче, качественной отдаче от сотрудников, которые относятся к поколению миллениалов, у нас нет. Более того, мы, развивая компанию, стараемся этому новому тренду соответствовать. То есть мы уже начитались, все топ-менеджмент начитался про бирюзовые организации. Мы уже используем там технологии частично, правда, Scrum, Kanban, Agile, да, вот эти все вот, новые модные словечки. Мы только словечки. Про Agile пока что слышали вот, в нашей программе. Все эти литературу. Вещи тем или иным образом мы как минимум касаемся, часть из них уже ушли в какую-то там практику. Ага. А вот вы тоже... Да, очевидно, учитесь. Может быть, вы назовете своих там трех главных учителей по жизни, по бизнес-жизни, и те там книги или тех людей, на которых вы равняетесь вот сейчас, сегодня, там, в мае. Кто вам интересен? Ну, интересно много. Я вообще в какую-то часть. Там представление о том, как правильно сформировал из книг. Они не подводили вас? Ну вот тут вопрос начитанности, то есть подвести может история, когда человек не читал, прочитал одну книжку и поверил всему, что там написано. Вот это может завести очень в нехорошую историю, особенно если книжка попалась дурная. Поэтому тут вопрос, наверное, когда диалектики, да, когда количество переходит в качество. Так вот, надо прочитать, я прочитал где-то порядка, наверное, 30 автобиографий людей, которые создали большие компании. И выделяя оттуда какие-то вещи, ну, внутри моего сознания как-то выстроилась причинно-следственная связь между тем, как создаются великие бизнесы. Мы таким себя не относим, у нас все там нормально с самооценкой, мы еще малая компания, но все-таки некие, скажем так, стандарты, подходы, которые ввели в свою работу, в практику вот эти великие люди, которые создали большие компании, которыми там гордится человечество, то есть вот эти вещи мы пытаемся каким-то образом практиковать и внутри нашей компании тоже. А чей портрет вот у вас сейчас перед глазами в воображении, когда вы мне это рассказываете? Ну, не все 30, ведь я думаю. Ну, это сборная, наверное, какая-то история будет. В разных областях лидеры разные. Но если я прям одного человека, которого мы регулярно цитируем, то это Исхак Адизис, например. Это человек, который создал собственную методологию управления компанией. Это действительно гуру, по-другому его не назвать, современного менеджмента. Наша компания построена в каком-то смысле по системе, которую рекомендует использовать Ицхак Адизис внутри компании. Это открытая, доверительная атмосфера, как раз вот те ценности, которые у нас заложены, они частично пришли к нам с методологией Ицхака Адизиса. А кто-нибудь еще? Ну, в части инноваций, номер не знаю, номер 2 и номер 3, например. Безусловный лидер, наверное, Стив Джобс, да, в современном мире тот человек, который перевернул, благодаря своему такому видению будущего, перевернул мир достаточно быстро, то есть приучил нас к этой уже ставшей там для многих игрушке или какой-то даже уже навязчивой идее, то есть к мобильному телефону, да, который сейчас всегда с нами. Это вот из современных предпринимателей, наверное, самый яркий пример человека, который действительно перевернул историю очень быстро. Из людей, которые мне нравятся, ну, мне нравится
жизненный путь, например, Арнольда Шварценеггера. Это еще детское увлечение, когда я еще занимался спортом и прочитал его автобиографию. Человек, который стал лучшим в разных, совершенно разных областях, и это, наверное, уникальный пример. То есть он стал великим спортсменом, он стал великим актером, он стал великим политиком и великим предпринимателем даже. Вот четыре направления, в которых этот человек преуспел. И это все благодаря характеру. То есть вот если у Джобса можно поучиться инновациям, то у Арнольда можно поучиться характеру и безусловному там, стремлению, достижению той цели, которую человек сам себе поставил. Он ставил цели и добивался их раз за разом, как бы в разных областях. Это такой тоже хороший пример, причем всем известный. Для этого не надо читать книжки, все мы его знаем по фильмам. То есть поэтому... Каждый может дать оценку. Можно я тоже поделюсь? Недавно прочла книгу космонавта канадского. И когда ты читаешь книгу космонавта, ты думаешь, что это про космос. На самом деле, эту книгу я бы тоже, наверное, рекомендовала именно в деловую среду, потому что это о сотрудничестве, о взаимодействии, о доверии, а также вот о развитии себя в разных сферах. Вот человек, который мог никогда не полететь в космос, потому что он там целый какой-то резерв. И ты просто, там, человек тратит время на развитие себя во многих направлениях, и потом это действительно там дает результаты, но для этого надо иметь какой-то стержень внутри, потому что, ну, ты, получается, там без какого-то явного мотива делаешь вещи, которые тебе могут там никогда не пригодиться, а могут пригодиться. Вот, если интересно. Хорошо, хорошо. Потом расскажите, как называется книга, я запишу. На самом деле, я еще хотела спросить, как вы считаете, вот эти вот принципы открытости, доверия, честности, они универсальны для любого бизнеса или есть какие-то особые сферы, например, там, СМИ, странный бизнес и творческий, и с коммерческой какой-то, да, составляющей, где надо уравновешивать и такой, и другой тип работников. Дружественный серпентарий, как его называют. Ну, на самом деле, я скажу, что большинство успешных компаний, конечно, создаются на почве открытости. По крайней мере, в современном мире, как раз поколение миллениалов, потому что миллениалы терпеть не могут вранье. И если в компании процветает история, связанная там с ограничениями, свой-чужой, много, там, не знаю, регламентов, то в современном мире преуспеть с такой системой, наверное, будет уже невозможно. Раньше, может быть, работало, сейчас уже не работает. Поэтому, если вопрос про будущее, то я считаю, что все наши ценности развивают компанию. Другое дело, можно добавить какие-то еще, либо приоритет поставить на каких-то иных ценностях, которые свойственны этой компании. Не знаю, если мы говорим про журналистику, ну, я бы очень хотел бы, чтобы честность была составляющей журналистики, потому что последнее время то, что происходит, это, конечно, не про эту ценность. И поэтому доверие к многим изданиям, интернет-изданиям, оно начинает утрачиваться. Вот очень хотелось бы дожить до состояния, когда у нас все-таки в стране появится профессиональная и честная журналистика. Всеми руками. И чтобы она была, ну, не знаю, единственным видом журналистики, потому что для человека, мне кажется, тоже должны быть все работы, все бизнесы направлены, а не на там выжимание денег из квадратного метра, из минуты эфира и так далее. А еще я хотела спросить, знаете, про что? Вот городская администрация очень гордится, что у нас в городе две площадки для выгула собак. Одна в Кочуровском парке, вторая от компании «Железно». Как вы планируете или где-то еще там, да, в будущем развивать эти вещи? Как живет эта площадка, если вы следите? Я вот собачник, мне прям вот очень жаль, что я далеко от всех этих мест живу. Ну, вы застали меня врасплох. Я не знаю, как живет площадка в Метрограде, надо поинтересоваться. А вот мы подобные вещи будем практиковать там, где они получаются. Я тоже собачник, тоже у меня есть пес. Я понимаю, что это очень важно, иметь место для выгула, потому что просто, ну, условно, там,
выгуливать своего питомца по асфальту, это, конечно, не самая лучшая идея, да. Ну и плюс им тоже нужно общение, как и нам, в своей среде. Поэтому мы делали площадки, которые были закрыты, где можно было питомца даже еще, может быть, не совсем воспитанного отпустить с поводка, чтобы он просто побегал, поносился. Не, там, не пугая, не задевая каких-то там, других людей, которые не хотят общаться с собаками, например. Программа «Квартирный вопрос». Вы предлагаете своим жильцам своих домов, или как вы их называете, проектов, обитателям проектов, поучаствовать. Кто-то заявился, ждать нам чего-то такого интересного. Мы уже второй раз пробуем с программой «Квартирный вопрос» реализовать этот проект. Да, сейчас проходит конкурс. Тоже не знаю деталей, но мы с удовольствием поддержим там любую семью, которая выиграет конкурс. То есть в данной истории мы готовы стать генеральным партнером этого выпуска программы для того, чтобы в каком-то смысле показать, что и в Кирове есть замечательные дизайнеры, которые могут создать уникальный интерьер там, даже в небольшой квартире. А когда какие-то сроки известны? Ну, не могу сейчас сказать, наверное, нет, чтобы не соврать, деталей не знаю сейчас. Хорошо. Может быть, вы знаете детали про празднование десятилетия? Но мы его, на самом деле, уже отпраздновали, поэтому я их не просто знаю, я их помню просто. Это хорошо. Оно у нас было в марте этого года, 10 лет компании. Мы впервые смогли компании собраться на корпоратив, потому что они были в связи с пандемией запрещены. Вот, и это был первый такой сбор компании для цели там, празднования этого юбилея. Замечательно провели время, повеселились, нас поразвлекали замечательные КВНщики, ну и потанцевали, как положено, все прошло. Анонсировался переезд офиса компании «Железная», угу. Новоселье, что ли, да? Угу. Что это? Уже состоялось? Нет, мы еще к нему готовимся. Оно в каком-то смысле вынужденное. Нас попросили, а не мы захотели. Поэтому мы сейчас всеми силами пытаемся переместиться. Помещение выбрали. Это бывший офис Сбербанка на улице Воровского, рядом с городадминистрацией, налоговой инспекцией. Вот между этими двумя замечательными административными зданиями мы как раз будем локализованы. Когда вы рассчитываете переехать? В июне месяце частями мы начинаем переезд. Будем надеяться, что пандемия не помешает вам открыться и общаться вот напрямую, да, с жителями, с людьми, которые... Ну, мы сейчас это делаем уже, слава богу. Это с одной стороны. С другой стороны, мы в условиях пандемии сейчас реализовали сервисы, которые позволяют купить квартиру, не выходя из старой квартиры. Из собственного дома, да. То есть этим тоже можно воспользоваться. Это и, наверное, виртуальные туры какие-то? Это виртуальные туры, бронирование, оформление квартиры. Единственное, по-моему, там, куда мы еще не смогли дойти, это именно регистрация сделки. Тут, к сожалению, не наша система, это государственная система, и здесь живое присутствие пока требуется. Но я думаю, что скоро и это мы тоже сможем с помощью новых систем, которые государство тоже реализует, докрутить, и тогда можно будет покупать, я не знаю, как минеральную воду в интернете с заставкой на дом. Онлайн неизбежен. Да. Спасибо. У нас в гостях был генеральный директор компании «Железная» Юрий Захаров. Поговорили, почти обо всем. Да, спасибо за интересные вопросы. Приглашайте еще. Крупный план. Мобильное приложение «Мажордом», возрастное ограничение 6+.